Всем привет, друзья! Снова с вами Жекич. Смотрите, друзья, у нас сегодня такой эксперимент. Плюс мы сегодня снимаем, друзья, у нас спор. У нас, значит, такие правила игры. У каждого есть по пачке каши. Каждый себе выбирал сам кашу. Также у нас есть по баночке опарыша и перловка. Мы сегодня будем ловить на спор. Мы поспорили на спиннинг до 1500 гривен. И кто выигрывает в конце от количества рыб, то есть там без разницы, маленькая рыбка, большая рыбка, там, если 3 поймал, значит, то проигранный, 2 человека покупают спиннинг. Если поймала, там, ну, по-любому один будет, кто-то выиграет один. Победитель. Один победитель будет, да, у нас. Так что, смотрите, друзья, у каждого есть свой спиннинг, каждый рыбачит на свой спиннинг. У каждого будет своя кормушка, каждый встает на свои точки, закармливается, каждый сам все делает, и в конце результат будет, кто поймает больше рыбы, тот уже будет победителем в конце этого ролика. Хорошо, а если можно вопрос, да. А если равное количество рыб? Если равное количество рыб, ну вообще такого не должно быть. Один покупает, да? Посмотрим, да. На что мы будем рыбачить? Данечка выбрал себе черный чеснок. Я выбрал себе анис. У нас будет вот такая... Дашенька себе выбрала клубничку. Перловка. Дашенька выбрала себе клубничку. Полуныця. Полуныця. Друзья, и вот таких у нас 3 ведерочка, чтобы замешивать. Мы погнали рыбачить, смотрим. Будет очень, думаю, интересно. В конце будем знать, кто победил. Вот, плюс, друзья, это эксперимент будет. Мы будем экспериментировать, что будет лучше работать, какая прикормка из вот этих вот прикормок. Вот, все фанатик. То есть, ну, фанатик вроде бы неплохие, друзья, так что... Один фанатик, два фидера. Пробуем рыбачить. Он тоже фанатик. И мы погнали. Да. Съедем, друзья, покупаем, каждый покупает себе по пачке каши, Даня, Даша, и каждому берем по баночке опарыша. Вот, я не знаю, может мы возьмем кашу разную для эксперимента, попробуем. Вот, каждый себе заходит и берет по пачечке каши и по одному опарику. Ну, по, может, 2 банки возьмем, потому что у меня есть. И едем на эксперимент и на спор. Погнали, смотрим. Данечка, на спор готов? Да, да. Какая рама у него, я тебе скажу. У нас никакие патриотические. Даша, ты готова на спор? Конечно. Скажи, готов? А ты готов? Я готов. Все, заходим, выбираем сейчас 3 пачки каши и опарики. Смотрим. Чеснок, клубника. Это на карпу. Криль? Криль будешь брать? Криль могу? Не знаю. Криль, да? Наверное, да. Набери криль. Или коноплям. Тут они нюхательные. Я не взял. Надо девочек из правую руку. Ты правой рукой кидаешь? Да, не чеснок. Ты будешь чисто на клубнику, да? Ну все, Даша выбрала клубнику. 3 раза. Давай выберем, что мы будем втроем перловку. Вот давай, берем банку перловки какой-то. Наживка. А? Вот берем банку меда перловки на троих. На троих берем. Берем на троих банку перловки. Все, это у нас будет банка перловки на троих и 3 каши. Погнали. Все, друзья, мы скупились. Друзья, с Богом, мы погнали на рыбалку. И на такой спор, Данечка, там идет свой козырный, там не делает. Потому что все занято, все в руках, друзья. Тра-та-та-та-та, тра-та-та. Как гуси, да, я как мамочка гусин. Мамка-гуска. Все, друзья, вот так идем, и вот так мы собрались. Смотрите, все, руки все заняты, все снимать неудобно. Так что мы погнали, друзья, смотрим. Я думаю, очень будет интересно. Так что, думаю, без приключений. Может, я выиграю спиннинг за 1500 гривен, друзья. Кто поймает больше рыбы? За до вечера. То есть мы сидим до вечера, там до 8 часов где-то сидим, смотрим и погнали. Тут на фидер, наверное, сидит. И что, клюет что-то? Не хочет. Не хочет?
А на что ловит? Что, ни одной поклевки? Может, погода? Понятно. Сидят целый день и ни одной поклевки, друзья. Да, друзья, не забудьте подписаться на канал. Если будет вам интересно такое видео, пишите, мы еще снимем такие контенты. Такая речечка, друзья, у нас. Он тоже сидит, рыбачит, но ничего не клюет. А мы ищем местяк. Ищем место, друзья, и смотрим. Не? Ясно. И там кто-то сидит. И там сидит, и тут сидит. Так, друзья, ищем место, везде все занятое. Вот. Сейчас ходим. Осталось одно, мы хотели сесть по разным местам. Каждый, чтобы Даня сел, Даша сел. А? Никого нет. Тут есть вот такой местечок. Да, это да? Я знаю точно. Блин, ну тут в принципе можно, блядь. О, смотри, там. Кто-то камыши обломало. Кто-то был тут. Есть вот такой местяк, друзья, но я не знаю. Вот, видите? Тут, например, два, там один. Ну, а шо, блядь? Тут кто-то прям, ну, занимается местом конкретно. Определимся, друзья, я не знаю, сейчас посмотрим. Может, тут будем рыбачить. Просто я хотел, чтобы сделать, поняли, чтобы каждый по разным своим местам сидел. Но тоже бегать, снимать, это неудобно будет. Вот. Ну, в принципе, у нас три спиннинга. Мы кормимся. Я думаю, что я вот сюда, наверное, буду кидать. Вот так вот. Даша прямо будет кидать. Чтобы мы не попутались просто, поняли, друзья. А Даня будет вот, вот так вот. Ну и тут будем вот так сидеть. Главное, чтобы сюда кто-то не пришел и не сказал, друзья, это наше место, мы тут делали. Пожалуйста, освободите. Ну, местяк прикольный, друзья, вот такой местечок. Данечка, ну, настрой как у тебя? Да неплохой. Ну, думаешь, поймаешь? Вот? Со своей удачей-то. Нормальная у тебя удача. Все, друзья, давайте будем разлаживаться, потому что время идет. Наверное, все-таки будем здесь сидеть. И рыбачить, чтобы просто не бегать, снимать. Вот, кто все равно, одна речка. Я думаю, если кто-то что-то у кого-то клюнет, значит, будет результат. Все, мы разлаживаемся, друзья, смотрим, мешаем кашу. Все, закидываемся, показываем Дане как. Вот, а может Даня будет вперед кидать, вот так прямо, чтобы он не путался, а Даша будет туда кидать. Так что погнали, друзья, смотрим. И смотрим, будет интересно, не переключаемся. Спор на спиннинг за 1500 гривен, друзья. Кто проиграет, тот и покупает. Друзья, значит, смотрите, такие правила. Вот у нас есть банка перловки, это мы рыбачим. Даша рыбачит на клубнику карп, она сама себе выбрала, захотела. Данечка рыбачит на чеснок, черный чеснок. И я буду рыбачить на анис. У каждого есть кормушка 70 грамм, 70 грамм и 40 грамм, друзья. Так, и у нас есть опарики. Вот. Банка опарыша, перловка и вот такая каша. И мы должны на это, друзья, поймать что-нибудь, что-либо. Вот. У каждого все будет одинаково. Перловка, либо опарыш. Вот, а каши у нас будут разные, то есть три каши. И вот мы должны, какая будет каша работать, это эксперимент. А в конце рыбалки, кто поймает больше, это я повторяю условия, кто поймает количество рыб, тот и победитель будет. Так что смотрим, не переключаемся, мы разлаживаемся, замешиваемся и погнали. Не взяли с собой, друзья, вот таких вот мы, таких подставочек, друзья, не купили. Они постоянно теряются. И тут не можем найти нигде палки, чтобы вставить под спиннинги. Ну ничего, будем как-то сейчас рыбачить, смотреть. Все, друзья, мешаемся, кормимся и смотрим. Соперница замешивается наша. Смотрим, клубничка. А что так мало?
Да. Полполовинки. Да, по половинке, да, хватит. Кормиться надо, как бы. Друзья. Соперники. Спор есть спор. Водичка. Дашенька замешивается. Хватит, это много. Ну, я подсказываю, как бы, друзья. Я больше, более опытный. Только Даша больше ловит рыбы сегодня. У меня глаз алмаз, смотри. Как ты думаешь, поймаешь ты, Даш? Естественно. Да? О, Данечка подошел. Красавчик. Даня красавчик в своем деле. Данечка, уже соперница замешалась. Твоя очередь. Ну, вас поздравляю, за 6 палки. Не, Данечка ходил за палками, друзья. Сейчас Данечка замешивает. Я замешалась. Даша замешалась. Смотрите, какая красота. У нее клубника, друзья, напомню. У Данечки чеснок. А у меня анисик. По полполовиночки. Одна четвертая. Да не, без разницы, сколько хочешь, столько и ты ж будешь кормиться. Не знаю, как, друзья, вот тут будет нам удобно или неудобно, посмотрим. Ну, в тесноте да не в обиде, как сказано. Еще, да? Да, Даня, что ты насыпал? Пол пачечки, Данич. Сыпем пол, еще сыпь. Хватит. Я Данечке помогаю, друзья, потому что Данечка первый раз на фидер рыбачит, ему можно. Ручкой так. Ты ведро опускай. Хватит. Хорошо, вот так мешай прям, как не бойся. Мешай, Данечка, мешай. Она должна быть рассыпчатая, понял? Такая, то есть, ну, чтобы... Такая, не клестер, а чтобы ты мог кормушечку забивать. Вот так стряхни ведерочко, ты не бойся. Хорошо, Миша. Ну как, она такая липкая на руку, ну, то есть клеится? Да. Она должна быть чуть раз... Не надо ее прям жмякать. Да, клеится. Ты ее прям вот так вот, понял, чтобы она была как воздушная. Вот, чтобы как воздушная была. Да, друзья, первая рыбалка фидерная, повторюсь, так что что-то не получится, друзья, мы подскажем ему. Вот так вот мы разложились. Все, закидываемся, друзья, не затягиваем видео. Смотрим, думаю, будет интересно. Будем ждать поклевочек. Я надеюсь, что я поймаю первый. А они проиграют, как обычно. Ну, это я так думаю. Все, погнали. Бери кормушечку, пошли со мной. Пошли со мной. Одевай сюда. Друзья, Данечка первый раз на фидер рыбачит. Так что там комментарии плохие не пишите, а поддержите Данечку. Да, вот сюда одеваешь. Застегиваешь. Да. Есть. 70 грамм, друзья, с длинным поводком 70 сантиметров. Бери удочку. Подматывай. Все. Забивай кашу. Не так забивать. Стой, спеши. Вот, берешь кормушку. И вот так вот, пальцем. Вот, забиваешь кормушку. Вот, понял, пальцем? Забил ее внутрь. Вот так прижимаешь. Вот, все, кормушка готова. Ложишь кормушку. Будь здоров. Вот, где у тебя? Вот, у тебя длинный поводок, ложишь ее сюда. И бери опарик и бери на то, что мы будем сегодня рыбачить. И вот еще есть перловка. По желанию одевай. Либо перловку, либо опарик. Штучки 30. О, хорошая скинулась. Знаешь, как одевать? Нет, это не так. Нет. Смотри, Дань. Ну, обосралась. Выкинь. Смотри. Вот, видишь? Угу. За жопку его одеваешь. Ну, там, где глазки, где, это, где жопка, короче. Ты, сука, я тебя... Не матерись, камень. А, точно. Сука, это литературное слово. Данечка, ничего страшного, научишь. Нет, это ты далеко берешь, ближе. Вот, Данечка, смотри. Ближе, под жопку ему туда, да. Это быстро убегает. Ну, друзья, первый раз рыбачит, как бы, на фидер, так что надо учить. Ну, новичкам везет. Да, вот так, и прокалывай его.
можешь еще перловки одеть. Ты что-то его прям, ты прям да так... Да ты не бойся, что ты его как и девушку засидишь. Да, ты прям как сжимаешь его так сильно. Не сжимай, его шлюгенько можно одеть. Даша уже наживила, друзья. Я еще ничего не делал, сейчас еще смотрю на соперника и на соперницу, как они готовятся к участию. Сейчас мы пока приготовимся, уже уезжать надо. И вот так это одеваю его, да, да. Что, друзья, пишем в комментарии, какие у вас ставки, кто поймает. Вот напишите в комментарии, за кого вы болеете, за кого кто поймает первее. Делаем ставки. Даня, Даша, либо я, либо Жекич. Я делаю ставки, друзья. Мне кажется, что Даня поймает. Вот я думаю, что Даня поймает что-то сегодня. Ты наколдовал, Даня? Нашептал? Все, друзья, смотрим, как они закидывать будут. Ну, нормально. Все, Даня. Все, не, подтягивай. Да, как это не подтягивай? Ну, подтягивай, чтобы натяжка была. Была. Все, Даня есть, первая, друзья, ушла. Ты смотри, ты перекинешь его, потому что она отсюда пошла. Тебе надо было, ну если ты еще рядом кинешь, мне надо тоже будет где-то кинуть. Надо вот туда кидать. Тебе надо вот туда кидать. Там что, камыши, не бойся. Даня, отойди. Давай, Дашка. Тучка такая неприятная идет. Даша хорошо кидает, друзья. Даша умеет рыбачить. Все, друзья, Данечка ставит у нас колокольчик. Рыбачит. Стопор, да, поставил? Вот вы зафиксируете сейчас, где вот вы рыба, вот, где ты кинула. Данечка, вот берешь вот этот, и что ты далеко все равно не сможешь кидать. Вот, зафиксируй себе. Вот тут есть фиксатор. Штопор. Штопор, вот тут где он находится. Вот, вот штопор. Вот фиксирую его. Вот, вот, вот. Сюда протягивай. Вот, фиксирую его. Нет, вот фиксирую. Это учись сам. Снимай вот эту. Держи вот. Держи и фиксирую вот сюда. Пальцем затыкаю. Вот она фиксируется как клипса. Вот, все. Зафиксировался, закрываю. Все, друзья, теперь я закидываюсь. Даша закинулась. Данечка закинулся. Сейчас я на анис пробую, и у меня вот такой фидер 15-45 грамм, и погнали, друзья. Я буду кидать вот туда прямо. Так, сзади никого нет. Ну давай, за рыбой! Блин, неправильно кинул, конечно. Ну ладно. Ну мы почти все в одну, этот, нет, полосу. Нет. Нормально не слетело, друзья. Все равно закармливаться надо побольше, так что кашу не жалеем. Чем больше каши, тем больше результата поймем. В принципе, туда же самое. Ну ладно. Чуть-чуть вправо. Все, друзья, поставил спиннинг. Стоит, одеваем колокольчик. Колокол, а где колокола? А? Одеваем колокола. И все, ждем, друзья. Все, у нас три спиннинга готовы. Данечка сидит. Ждет. Данечка ждет. Даша тоже ждет. Ловим, смотрим, не переключаемся, подписываемся на канал, не забываем, друзья. Если было интересно такое видео и будет интересно, будете писать комментарии, мы снимем еще для вас такие контенты. Друзья, сидим. Вот так стоят спиннинги. У Даши был один удар очень хороший. Прям аж спиннинг согнуло. Ну, так вот сидим, ждем. Кто-то идет, наверное, что сюда идут. Скажет, мы место делали тут. И все остальное. Щелк,
щука выпрыгивает. У тебя была поклевка 100%. Говорит, не возмущайся, нам это только на плюс, потому что мы же на споры играем, поняли, друзья? А Данечка сидит, говорит, не-не-не-не, опускаю, потому что у Даши была поклевка. Не, ни хрена. Кто? Вот тут все. Я их тенечку собрал. Все, все, Даша идет в бой, у нее была поклевка, друзья, и, кстати, хорошая была поклевка. Так что видите как, девушкам везет, друзья, так что не говорите, что... Научитесь, говорит, рыбачить. Так что не говорите, что жену нельзя брать на рыбалку. Жена может больше поймать, друзья, чем кто-то. Пишите в комментариях, у кого жены ловят хорошо рыбу. Он Дашенька одевает нормально. Там все, погнала, погнала, заинтересовала ее. И все. Мне кажется, может, клубника работает, друзья. Даша знала, может, прочитала в интернете, всю ночь сидела. Я уверен, она подготовилась хорошо. Подготовилась хорошо, да. Спиннинг хочет по-любому. Ультралайт, говорит, хочу себе. Вот так вот. Друзья, поклевка у Данечки была только так, что. Так это считается? Нет, это не считается. Я видела бычка вот этого. Данечка, как впечатления твои? Прям дергало так, не заснял, друзья, поклевку. Материться прям... так на камере. Там дук-дук-дук-дук-дук било. Крути. Даша говорит, что бычок был, но поклевка хорошая. Такой, да? Да. Он прям вот тут сошел, где трава. Но все равно... Количество рыб, пофиг, бычок, не бычок, но количество рыб считается. Друзья, перекусик. Всем приятного аппетита, вот такая у нас пицца. Уже пора перекусить. Вот так. Всем приятного аппетита. А? Холодная, правда? У тебя. И меня дергают, друзья. Ну, можешь не втаскивать, у тебя пицца. Что дергает? Или бычок, поняли? Клюет. Мелочь какая-то. Потому что дергает постоянно на опарыша. Даш, как тебе рыбалка? Отлично? Отличненько. Одну поклевочку я. Данечка, ты как там? Немножечко. Хорошо. Просрала. Да, Даша поклевку просрала. Тут уже яму готовим. Кто проиграет, тот и в яму. Сидим, ждем, друзья. Я уже закормил практически всю кашу. Ну еще кидаю, кидаю, кидаю. Смотрим, будут поклевки, будем показывать, друзья. А в конце итог интересно, кто же все-таки победит в этом конкурсе нашем. Вот так, все надежды, Данечка. Приятного аппетита, скажи, кто кушает. Всем приятного аппетита. Данечка кушает, я тоже. Всем приятного аппетита. Смотрим, не переключаемся. Мы в надежде поймать. Сидим, друзья, уже 6 часов вечера. Все в надежде, да, Данечка? Да. Даша семечки щелкает, стоит 3 спиннинга у нас. Закармливаемся, кормимся. 6 часов. Начало 7-го. Все надежды поймать. Сидим на природке, отдыхаем красиво. Спор, спор, еще раз спор. Мы пытаемся какую-то рыбку именно поймать. Кто-то пытается. Данечка, шел у него бычок один. У Даши была поклевка. Ну, походу, лящ был. Потому что хорошая была поклевка. Она прозевала ее. Вот такой местечок у нас, друзья, красиво очень. Ну, хорошо сделали так. Вот. Погодка штиль. Все прекрасно. Данечка сидит вон. Так что вот так вот мы рыбачим. Надежды, надежды поймать. Каждый пытается поймать. Перебрасываемся постоянно, пробуем. Так что смотрим, смотрим. Интрига хорошая. Интрига хорошая, кто же все-таки выиграет этот спор. Но пока, пока ничья.
голос ловлю, это считается? Да, считается только на фидер. На фидер, Данечка, на фидер. Если поймаешь на фидер, будет у тебя счастье. Какая-то осень, друзья, не знаю, должен быть жор рыбы, и вообще это мелящ, и пофиг, любая рыба должна клевать, и карп, и вся рыба. Но она не хочет, не знаю почему. Не знаю. И речка такая многообещающая. Но вот у меня, где спиннинг стоит, друзья, там, вот где я кидаю, закармливаюсь в одну точку, там много камня. Вот на дне прям чувствуются камни такие, потому что зацеп кормушки. Может быть, что падает наживка и не видит рыба ее. Но я так думаю, скорее всего. Или утешаю себя. Да не, что там блестит? Не колошмать воду, мы ж руки там моем, чистенькая водичка. Все ближе и ближе подходит к вечеру. Вот так мы еще сидим. Все в надежде поймать, но две поклевки было. И все, еще где-то полчасика осталось до конкурса нашего. До конца спора осталось полчасика где-то, друзья. И мы будем потихоньку собираться домой. Но пока ничья, 0-0. Спиннинги стоят молчат. Не знаю, с чем это связано. Ни у кого. Ни у кого ничего не работает. Вот Даша сидит, тоже ждет там спиннинг. Данечка. Данечка за голову взялся. Тяжело. Тяжело. Он хотел выиграть спиннинг. У него был шанс, он чуть не поймал одного бычка, друзья. Что говорить, даже поплавочка стоит, вот у меня на опарика стояла, сейчас перекинул на перловку. Ни одной поклевки, просто гробовая тишина. Вон. Там вон пацаны на лодке, если будет видно, поймали 3 окуня при мне. Окунька дергают. Вот так наш спор, не знаю, будем сидеть, может кому-то повезет. Под вечер смотрим, смотрим. У Дани поклевочка была, друзья. Данечка смотрит. Думает, что будет что-то. Он в надежде. В надежде. Да. Делает свои козырные такие моментики. Ну, у Дани была поклевочка, друзья. Второй раз. Так что смотрим, мало ли, Данечка поймает. Интересно, интересно. Да, прям. Все, друзья, 1 минута до окончания спора нашего. Вот такой вот у нас конкурс получился. Сейчас мы потихонечку уже собираемся домой. Вот так Даша собирает. Все. Данечка, ну какие ощущения у тебя от конкурса? Ты расстроен, скажи честно? Расстроен? Очень. Очень расстроен? Очень, мягко говоря, очень расстроен. Сильно расстроен? Конечно, спиннинг на 1500, 2 поклёва. Думаешь, я буду расстроен? Да, я думаю, ты расстроен. Ну, если напишут комментарии, да, Данечка, ну, мы поедем еще раз на такую рыбалку, да? Можно. Говори, пишите комментарии. Пишите комментарии, за кого там голосовали. Там. Да. За кого голосовали в этом таком турнире нашем. Все, друзья, собираемся сейчас потихонечку и будем ехать домой. Все, друзья, мы собрались домой. Вот такая получилась у нас рыбалка. Значит, эксперимент по каше. Сделал я такой вывод для себя, что каша чесноковая, друзья, и клубничная лучше работает, чем анис. Вот, подведем итоги такие по каше. И подведем итоги по нашему, друзья, такому спору, который кто поймает рыбу, выиграет спиннинг. Значит, и у нас ничья получилась по этому спору, никто не выиграл спиннинг. Всех по нулям, друзья, никто ничего не поймал, но хотя были шансы у Даши и у Дани. Даня уже почти дотащил до берега бычка, и это бы тоже засчиталось бы, так как он поймал рыбу. Вот, друзья, так что если вам нравится такое видео такого формата, что вот такой был спор у нас, пишите, ставьте лайки, и если будет нормальный комментарий, напишите, значит, мы еще выйдем на рыбалку, на такой спор, еще раз поспорим, ну, там, на спиннинг, на что-то другое. Данечка, какие у тебя ощущения после рыбалочки?
Ну, ощущения плохие, потому что были шансы. Были шансы. Так вам, да. Но так я вам скажу, не сидите дома, выезжайте на рыбалочку тоже, спорьте. И подписывайтесь на канал. Да, подписывайтесь на канал. Ладно, друзья, не забывайте подписаться на канал, напишите любой комментарий, будет помогать продвигать видео, друзья. Всем пока, всем удачи и до новых встреч. Мы домой.